Он пережил годы Великой Отечественной, депортацию, вложил немало сил в развитие родной Карачаева-Черкесии. Житель Карачаевска, ветеран войны Баймырза Адамевич Узденов, в этом году отметил 95-летие. Рассказы о пережитом слушала Алла Катчиева. Медаль «За заслуги перед Умой» под номером 95 по количеству прожитых лет. Поздравить ветерана, вручить награду и справиться о его здоровье прибыл председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджибердиев. Баймырзу Адамеевича муфти знает буквально с детства. «Дружил с моим отцом», – рассказывает религиозный деятель. Ветеран Баймырза Узденов радушно встречает гостя, делится воспоминаниями. В 16 лет он добровольцем ушел на фронт. Я минометчик, артиллерист. Я попал в Невномысский 10-й отдельный запасной минометный батальон. Здесь я пишу домой письмо отцу. Я служу Родине. Как получилось? Брату приносит повестку, а я жаждал попасть в армию. Я взял повестку, никому ничего не сказал, в карман. Завтра военкомат Зеленчук, станица Зеленчук. Там много со мной возились. Ты еще молодой, не оброс, ни рост, ни возраст не соответствует. Война будет длительна, видимо. Успеешь? Я ни в какую. Нет. Войну Баймырза Узденов начал в городе Великие Луки, затем были другие города. В боях под Нальчиком получил серьезное ранение. Молодого бойца отправили домой на лечение. Но не успели физические раны у Баймырзы Узденова затянуться, как он получил душевные. Депортация всего карачаевского народа. Село Самсоновка в Южно-Казахстанской области стало пристанищем семьи Узденовых на долгих 14 лет. Сперва нас представили как людоедов. Как людоедов. Люди боялись нас. Ближе вагонов не подходили. 50-70 метров смотрели на нас. Как на зверей. У них было и мука, и хлеб, и сыр. Отары были. Коровы доились. Все было. Никто, понимаешь, ничего не давал без продажи. Девушка платье продает свое за ведро кукурузу. Так относились. А потом плакали, когда мы уезжали. Плакали. По признанию местных жителей, карачаевцы отличались добротой, трудолюбием и ответственностью. Они проявили себя с лучшей стороны во многих отраслях. За боевые заслуги Баймырза Узденов был представлен к награде, но по известным причинам так и не получил. Но главное в его жизни награда – жизнь на земле предков. По прибытию на историческую родину он трудился в разных местах – машино-тракторной станции, заводе, внес вклад в развитие родной республики. Ветеран с женой воспитал двоих дочерей. Сегодня дедушку радуют внуки. Честность, добросовестность, патриотизм – этих принципов придерживался всегда Баймырза Адамеевич Узденов. Это он хочет видеть и в подрастающем поколении. Так что желаю молодежи, они дружно жили, не увлекались водкой, они трудились, работали на благо Родину и завоевывали авторитет. Алла Катчиева, Расул Бердиев, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск.